Здрасте, здрасте, всем мордасти. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдис, а мы продолжаем играть в Майнкрафт Пиксельмон. И, в принципе, ребята, как я говорил, сейчас мы, наверное, все-таки потопаем быстренько в ад, чтобы найти себе ресурсы, да, то есть того же куча там голустона, чтобы у нас было. Значит, сразу так, еда у нас есть, место в инвентаре у нас, в принципе, тоже есть, на все хватит. Портал. Вот где бы нам портал-то забабахать, я, если честно, даже не знаю. Может, просто хоть где, вот тут, например, его поставить, да и все. А потом я куда-то его перенесу, где найду красивое место, где его можно поставить. Потому что если сейчас будем искать то место, то, в принципе, это будет долго, да? Просто потом, может, какой-то там подъемчик какой-то сделать, какую-то там, хрен его знает, сцену, да, для портала, чтобы он там стоял, чтобы, в принципе, было нормально. А так, сейчас мы его просто поставим там, спереди дома, да, и он будет там стоять, и, в принципе, ну, не то, что будет нам мешать, но он не будет красиво выглядеть. Поэтому давайте-ка мы хоть где его поставим, да и все. Так, 1, 2, 3, 4, вроде так. 1, 2, 3, 4. Я не знаю, какая рифма на это идет, что мне единственное на голову приходит, это раздвигайте ноги шире. Да, ну что, потопали мы, ребята, Нижний мир. Нижний. Сейчас быстренько, я не думаю, что много времени это займет. Там хотя бы так более-менее там офигенно было бы, если бы там, например, тот же... Ай, вылезаем! Если, например, тоже 1-2 стака, было бы вообще замечательно. Что я сейчас, ребята, сделаю? Это я сделаю то, что выключу нафиг шейдеры. Потому что, в принципе, это ад, тут шейдеры толком-то не нужны, это во-первых. А во-вторых, это то, что может лагать, а в-третьих, вообще может выкинуть, потому что там может какие-то не сочетаются, да, какие-то там тени, текстуры и... шейдеры, типа в аду, что-то такое. Так, давайте-ка мы тут... Где мы вообще? На каком-то островке. Хрен его знает, как... Ух ты, вот видите, уже карта немного приглючивает. Ух ты, там уже и крепость есть. Ну, крепость нам, в принципе, не нужна. Так, я тут себе поставил вот этот маркерочек, да, потому что... еще заблудимся. Ну, то, что крепость, это вообще офигенно. То есть так сразу тпхнулись и сразу тут крепость. Если бы это было выживание, было бы вообще замечательно. А вот заспавнила ты нас, конечно, просто зах... Вот, видите, уже лагает, и это с выключенными шейдерами. Ай! Так, отлично. Я не знаю, по идее... Кварц нам пригодится. О, там уже и глоустон я вижу. Ну, как бы, там немного, нужно, походу, повыше забираться. Что я хотел, ребята? Во-первых, я хотел Незерек себе добыть, потому что, в принципе, он мне нужен для светильников, он мне нужен, чтобы еще что-то строить. Ну, как видите, копает оно дохрененно быстро, поэтому... Даже можно вот так просто крутить вот этой киркой, и оно, в принципе, нормально будет копать. Немного кварца, немного Незерека, сколько у нас уже? 3 стака есть. Уже. А это мы просто вот так копаем. Ну, в принципе, это такой блок, который само быстро копается. Да, в принципе, вот, все уже. Стак у нас есть, больше нам и не нужно. Кварц, 19 кварца. Конечно, нам нужно куча кварца, потому что это кварц, да, пригодилось бы. Но, во-первых, ну, не то, что во-первых, мы можем кварц найти в тех же покет-центрах, можем доворовать себе только. И еще где. Да, в принципе, и все, вот так. Больше кварца нам, в принципе, не нужно. На что мне нужен кварц, ребята, это только на то, что я хочу построить магазин уже, наконец-то. Наконец-то хочу построить магазин. И кварц нужен для того, чтобы построить хотя бы какой-то магазин с другого материала, не с камня, не с дерева, потому что эти все постройки у нас уже есть, нужно хотя бы какое-то минимальное разнообразие. Так, я что, картошечку выкинул? Иди сюда. По поводу магазина, ребята, что я хотел? Давайте, если вы имеете желание,
построим магазин, как это можно сказать, по вашей проекции, да? То есть, если вы хотите, например, можете построить какой-то там магазин у себя, да? И, например, скинуть там свои фото, скинуть скрины этого магазина в группу ВКонтакте, ссылочка в описании, и там альбом есть отдельный, да, то есть, где... где написано постройки, да, то есть вы туда можете скидывать все свои любые постройки. Например, вы можете построить какой-то офигенный магазин с любых материалов, в креативе, например. Построили вы магазин. После этого, например, залили скриншоты в группу ВКонтакте. Если у вас действительно офигенный магазин, то... ну, офигенная вышла постройка, да, то, в принципе, потом... вот тут мы построим такую же постройку, как у вас, ну, то есть, как бы, построим ее магазин, да? То, ну, в принципе, я не говорю, что это конкурс какой-то или еще что-то, это если вы имеете желание, ребят. То есть, я говорю, если вы имеете желание строить какую-то там красивую постройку, то есть, какой-то магазинчик у себя, да, да хоть где, в креативе зайдите, постройте, потом удалите. Ну, как бы, постройте, да, если у вас действительно офигенно он получится, то можно потом его будет построить... вот тут как бы в нашем сезоне. То есть еще раз говорю, ребята, вы стройте, заливайте скрины в группу. Еще раз скажу, ссылочка в описании. Вы заходите, стройте, если у вас офигенная постройка, мы потом ее строим вот тут. Поэтому, ребят, в принципе, как вы можете так построить, я говорю, это не конкурс, а это просто, ну, построечка такая, если хотите, можете построить. Так, ну, давайте-ка мы продолжим добывать себе глоустон. Глоустон, в принципе, нужен, действительно. Главное, чтобы он туда куда-то вниз не падал, вот туда, куда он падает иногда. Сколько у нас уже, сейчас посмотрим. В принципе, действительно нужно, потому что... чтобы уже себе надыбать, да, и чтобы просто уже даже за этим не возвращаться, да, то есть кучу себе глоустона взять, сколько у нас уже есть, у нас уже, ребята, почти что полтора стака, это полтора стака раркенди получается, то есть нам уже этот глоустон уже хватит, то есть больше нам уже и не нужно, потому что Ну, где мы полстака глоустона достанем, ну, как бы у нас есть все ресурсы, что нам остается, это то, что у нас нету яблочек, то есть нам нужны яблочки. А вот так у нас уже есть куча глоустона, то есть нам уже хватит на большое количество, ну, большое количество вот этого. Как его? Раркенди, да. Так, сколько у нас там? Ну, в принципе, и незерека уже дохренище есть. Что я думаю, ребята? Давайте-ка мы вот эту еще партию глоустона. Сейчас мы выкопаем, ну как выкопаем? Себе заберем, да? И все, и можно уже идти нафиг, потому что хватит, в принципе. У нас полтора стака глоустона, пока мы потратим полтора стака глоустона, то это уже до хрена времени будет. Ну, как пройдет, ну как пройдет, ну полтора стака глоустона, это полтора стака яблочек, это до хренище вот этого золота. Ну, все же, в принципе, я так думаю, хватит, вот как раз еще вот это сейчас, пару штучек вот тут мы заберем. И уже будет нормально, то есть уже хватит намного. А потом, если мы используем вот этот весь глустон, который мы сейчас себе заберем, да, то потом можно опять будет в ад пойти, как бы это недолго, да. Два стака глустона можно себе в аду набить за считанные там минуты. Так и мы, в принципе, сейчас как раз давайте уже вот это завершим. И я посмотрю, сколько мы тут и сколько у нас уже есть ресурсов. Ну, смотрите, ребят, сейчас давайте еще, может, сюда спустимся, тут, может, ну да, тут еще немного попадало, поэтому можно собрать. Ух ты, сколько там глоустона. Смотрите, ребята, у нас уже есть 2,5 стака глоустона, а мы тут 10 минут. Ну, в принципе, смотрите, ребята, мы глоустон будем использовать на светильнике для того же магазина, допустим, да, будем мы строить магазин, мы используем там, может, где-то светильники, потому что, в принципе, нужно будет. Те же фонари в городе можно будет поставить, чтобы ночью светлее было. Еще что-то можно сделать, то есть... Ух ты ж, я не хочу тут умирать, ребята.
А, ну он и так уже перестал гореть, а я использовал. Это, ребята, не выживание, поэтому как бы тут только покемоны. А умирать зря, терять все ресурсы и уровень, и это все как бы. А хотя нет, у нас же стоит вроде код на то, что. Типа, если мы умрем, то вещи вроде не выпадут. Ну и так, ладно, мы бы умерли, потом заново бы возвращались. Я не хочу просто долго тут задержаться, ребята, еще раз говорю. Быстренько вот, еще вот это достать и все, идем отсюда, ребята. И, в принципе, действительно, вот этого всего глусона нам хватит на большое время. У нас уже почти 4 стака, 4 стака это 400 караркенди. Где мы достанем 400 караркенди? Поэтому, в принципе, ребята, вот этого глусона действительно нам хватит на большое время. И, я думаю, над глусоном нам уже больше париться не нужно будет. А если вдруг мы там найдем какую-то золотую жилу, что у нас куча яблочек будет, и вот этого всего, что мы кучу их будем добывать, то вернемся, в принципе, говорю, ребята, это недолго добывать. Сейчас я посмотрю, сколько у нас уже его. У нас 1, 2, 3. У нас почти что 400 глоустона. Это до хрена, ребята. То есть тут еще есть. Еще где-то есть, но мне кажется, больше нам не нужно. Потом, если что, еще вернемся. Так. Тут у нас какая высота? Ух. Не хочу я тпхаться, еще вдруг в лаву упадем. Может все-таки добежать туда, да и все. Как бы недолго туда бежать, да? Не, ну в принципе, ребята, я же сказал, это такая серия, где мы идем в ад, то есть добыть ресурсы, которые нам нужны, которые нам важны, чтобы потом, в принципе, уже не возвращаться. А то мы можем так каждый раз бегать в ад каждую серию, добывать себе пару глоустона, то есть. Нам нужно сделать раркенди, у нас не хватает глоустона. Пошли в ад, добыли себе там 10 глоустона, вернулись, сделали себе 10 раркенди. В следующей серии мы еще там можем делать раркенди. Нам нужно 5 ват, у нас нету глоустона. То есть идем опять туда, нам нужен глоустон. Сделали опять себе пару раркенди, в следующей серии опять идем в ад. То есть, ребята, как я говорил, мы идем раз в ад, добываем себе нормальное количество ресурсов. И, в принципе, чтобы больше сюда даже не возвращаться. Того же кварца у нас уже дохренича, сколько у нас? 2 стака почти что кварца. Ну, конечно, мы добываем почти что весь кварц, который по пути встречается. Ну как, не почти весь, тут куча кварца, которые мы не добыли. Но все же. Все же, ребята. Так, как бы нам туда забраться? Ни хрена себе, нам что, туда на самый верх нужно? Если на самый верх, это вообще охренеть. Вот эти спуски тут. В этом аду. Тут вверх, вниз, вверх, вниз. Так. Ух, вот то, что блоки тут ломаются быстро, да, случайно нажал и все, сломался, чуть не упал. Так, сейчас, я не знаю, походу нам сюда. Сейчас вот это, забираться тут просто нереально сколько, ребята. Ух. Бум, бум, ух, бум, бум, бум. Это же ад, ребята, что тут делать? Только вот так, больше вариантов у нас нету. Хотя как нету? Чё мы тупим? Ребята, чё мы тупим? Точнее, чё я туплю? Мы же летать можем. Это же пиксельмон, это не выживание, это пиксельмон, ребята. Твою мать, как я мог забыть, что у нас летающие покемоны есть. Ну ладно, уже тут давайте возвращаться. Я забыл, это же пиксельмон, это не выживание, это пиксельмон. Ух ты, ух, как без шейдеров, уже немного непривычно, ты уже привык так к шейдерам. Как-то все по-другому выглядит. Хотя фиг его знает. Так, ладно, давайте-ка мы бежим. Сейчас давайте выкинем, что нам не нужно, если у нас есть что-то в инвентаре. Это можно. И нормально.
Так, ну чё? Ребята, у нас уже нормально так ресурсов, поэтому мы уже можем, в принципе, даже не париться по глоустону. И вот это все. Давайте-ка мы вот сюда это поставим, это сюда. Это тоже сюда. И все, у нас нормально так есть. Больше нам, в принципе, тут ничего. Ничего. И глоустон у нас куча. Складываем его вот сюда. Отлично. Все, ребята, у нас нормально есть. Нет, сейчас. Вот то, что у нас река, я не думаю, что нормально. У нас... Ну, давайте костак возьмем. Так, хочу что-то попробовать. Что так нос-то? Зараза. Хочу переплавить на зерек. То у нас что-то ни хрена не выросло. Что-то вроде уже нормально времени пошло. Да ты чё? Чё за хрень? Сейчас, ребята, как я говорил, нам нужно будет сделать себе нормальное количество ультрабола, чтобы уже полностью отправиться на охоту и, в принципе, даже не париться по этому поводу. У нас уже будет нормально ультраболов, что мы уже сможем, в принципе, нормально ловить всех покемонов подряд, как я говорил. Так, это жарится. Блоки. Блоки пускай тоже жарятся, если можно. Чтобы они жарились, да? Чё-то я не понял. А чё оно не... Или это как бы нельзя, да? Чтобы жарило. А ну чё? Я просто не знаю. А, точно. Чё-то я немного... Как не хочется вот эту картину ломать долго... А нет, нельзя. Это само упадет или тебе нужно ждать? А вот это жарится, нет? Ну вот это 100% жарится. А то, что тут у нас, в принципе, угля-то даже нету. Вот зараза. Так, ладно. Сейчас. Это сюда. Это сюда. У нас уголь-то вообще есть. А, да, вот. Тут у нас есть, ребят, нам еще за углем, наверное, нужно будет в шахту идти. Как раз... У нас же фосил есть! А я и забыл про фосил, ребята, если честно. Мы же фосил нашли. У нас же, то есть... Так, сейчас. Нет, не это, не это, не это, ребята, нет. Да чё ты крутишься? Походу вот так, да пофиг как-то. Так, это нет. Вот это да. Вот так, отлично. Ребят, у нас же есть фосил. Ну ладно, то есть мы еще сможем пойти в шахту. Я так думаю, все-таки мы пойдем в шахту, потому что нам нужен уголь, а угля у нас, в принципе, нету. А нужно пойти в шахту. Ну, как бы нету для всех плавильнь, да? Зоруа. У нас нету покеболов. У нас нету покеболов. У нас нету покеболов. Так, ладно. У нас зато есть левые какие-то другие покеболы. Сейчас может левелбол. Хотя левелбол, мне кажется, не очень подойдет. Что у нас есть? Френдбол, фастбол возьмем. Даскбол нет смысла. Хэвибол, ловбол, грэдбол, хилбол, хелбол, левелбол, репитбол, таймербол. Так. Сейчас мы, ребята, эти все болы нафиг потратим на одну Зорю. Ну ладно, зато словим ее. Я не знаю, кто говорит, что она не легендарный покемон, ребят. Мне кажется, что она вообще не легендарный. Может редкий, то есть может не очень редкий, а более-менее, но... Как видите, я только прописал, чтобы ее найти. То есть я ее даже не искал, а просто прописал. То есть если будет, то будет. Зоруа. Но мы ее нашли, как бы. Давай грэдболом. У нас нет ультрабола, сконцентрируемся. Давай, ловись, ловись, ловись. Ловись, твою мать.
Сила мысли. Ловись, Зоруа, ловись, ловись, ловись. Зараза, что-то меня как-то подает моя сила мысли. Ну давай, еще последний бол. Ну что ты? Что ты выкобыливаешься? Что ты тут? Ты что, не рада меня видеть? Я же пришел тебя в покебол засунуть, а ты не хочешь ловиться. Фастбол. Давай, давай, по фасту залазь в бол и пошли домой спать. Давай, давай, быстренько, 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 быстренько. Давай, давай, давай. Твою мать, что ты такая наглая? Так, левел бол, ну, лов бол, я тебя люблю, Зоруа. Давай, залазь в лов бол, быстренько. Нет, это не быстренько, это же не фастбол. Пожалуйста, твою мать, ты что-то вообще какая-то нелюдская. Люксери бол. Залазь. Давай. Залазь. Твою мать. Чё, мне на тебе мастербол использовать? Левел. Давай. Левел. Левел бол. У меня покемон больше, чем ты. Залазь. 40-й против 12-го. Давай. Давай. Чё, тебе вообще ни хрена не берет. Никакая тактика. Репитбол. Да мы тебя уже много раз словили. Давай. Ну чё ты выкобылился? Тоже меня уже тебя 10 раз пытались словить. Давай. 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 Быстренько. Давай. 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 Мы тебя уже порепитили. Давай, еще вот этот и залазь ты в мастербол, зараза. Иди ты в жопу. Будем мы с тобой париться. У нас и так, ребята, 5 мастерболов, мы с ними ни хрена не делаем, мы даже еще ни одного легендарного не встретили. Зато встретили легендарную Зоруа. Кто там говорит, что она легендарная? Ну, в принципе, зато мы ее хотя бы словили. Чё? Давай, Шайни Пикачу. Нет, давайте. Хотя, если... Да нет, мы его убьем. Да, ну, конечно. Так, ладно, давайте домой по быстрячку. Мы полетим-ка мы домой. Так, ну что, ребята, давайте на этом закончим. Слетали мы в ад, надыбали себе нормальные ресурсы. В принципе, голосона у нас уже хватает. В следующей серии, как я говорил, по плану, ребята, мы себе делаем кучу ультраболов. Потом мы быстренько идем в шахту на одну серию. То есть нам нужно уголь, может, еще какие-то ресурсы, если найдем. После этого, ребята, мы делаем продавцов с магазином. И после этого мы не качаем по одной команде, как мы сейчас делаем. То есть прокачиваем команду, отлаживаем, берем другую. Нет, мы сейчас будем ловить всех покемонов, которые нам только будут встречаться на пути, как мы это, в принципе, делали в предыдущем сезоне, да? То есть, о, здрасте, покемон, тебя у нас нету, залезай в покебол. То есть, и так мы всех ловили. Потом, когда у нас все покемоны были в компьютере, да, мы их уже как бы из компьютера забирали, потому что мы знали, что они у нас есть, то есть нам уже больше не... Ну, как... Ну, еще кого-то нам нужно будет ловить, но как бы ты уже у нас есть, то есть у нас уже есть много покемонов, нам уже их не нужно ловить, они у нас уже лежат в компьютере, то есть мы их можем себе взять и просто-напросто их прокачивать. То есть прокачали одну команду, которая у нас уже есть в компьютере, засунули обратно в компьютер, взяли другую команду. В то время как мы прокачиваем команду, если, например, встретим еще какого-то покемона, которого у нас нету, его словим. Например, мы прокачиваем команду, нашли мы там кучу покемонов-боссов, да, мы себе нормально шмоток заработали, все шмотки попродавали, купили себе алтарь, а заспавнили легендарного покемона. То есть, в принципе, так у нас будет, как в предыдущем сезоне, но сейчас у нас как бы по командах. Шейдер я не включил, ну ладно. Ребят, давайте на этом закончим эту серию, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.